Всем, ребят, привет! Наконец-то пришло долгожданное время полноценно открыть сезон. Были у нас два выхода, где мы собирали так чуть-чуть. Но сегодня с двумя комрадами, с подписчиками. Это у нас Серега. Привет. А там у нас позади Виктор. Ну, все привет. Вы его знаете. Виктор Викторович, который... Короче, сегодня будет битва эквиноксов, ребята. Все три эквинокса будут ходить по битому месту. Это место настолько бито даже моими комрадами, всеми известное. Здесь они копали, им что-то не понравилось, находок мало. В общем, так вот, знаете, бито-перебито. Посмотрим, три веника смогут чего-нибудь здесь найти и конкретно что именно. А может даже, знаете, посмотрим, кто у кого опыта. Хотя опытов ни у кого нету. У Виктора второй выход, у меня третий выход, у Сереги чуть поболее, но он самый профессионал, я думаю, он сегодня и победит. Вот, так что вот так вот у нас, надеюсь, будет весело. Но на шурфах веселее получается, а когда ходишь по верхам, сейчас мы разбежимся, блин, бежать надо будет снимать, что тот откопал, что этот откопал. Ну, не знаю, место для меня новое, но, говорят, оно, по идее, уже старое и выбитое, сюда уже не приезжают. Ладно, поживем, увидим. А чуть позже, конечно, чаепитие, подарки, обменяемся кое с кем. Вот, так что погнали, поживем, посмотрим, что откопаем. Итак, ребята, от машины, смотрите, сколько отошли. И смотрите, двушка советская. И давайте пальчики загнем. 25-й, небось, да? Со мной всегда фарт происходит такой. Сохран какой бомбический, а. Хороший сохран. Но, к сожалению, хочу вам сказать, 24-й. И я вам хочу сказать, в начале видео, вступление, я вам говорил, что Серега будет чемпионом сегодня. И вот, поздравляю, первая находка, Серега. Спасибо. Медь. Радует. Но здесь вот свеженький. Да, сохран вообще шикарный. Его вмыло и на несколько, прям на сутки, блин, и отойдет, и зеленочка останется. Вот, а я как бы тоже копнул первый сигнал, но там у меня латунное или, а нет, скорее всего, медное кольцо. Вот, здесь, видите, камни такие. И здесь вон закладывали шурф. Вот, и смотрите, я считаю, что это хорошая для шурфа хорошая засыпочка. Ладно, походим, посмотрим. Хожу-брожу между старыми ямками. Вот ямка прошлогодняя. И вот из глубины был сигнальчик такой, ну, бодрый. И выкопал всего-навсего вот такую вот. А я ее еще и зацепил. Латунную. И она, походу, латунь в позолоте. Вы видали такое? Латунь в позолоте. Вот такая вот ложечка. Пока у меня не густо. Пока вот такой вот шмурдяк. Пацаны около машины копошатся. А я окружную местность смотрю, чё как. Дома основные шли здесь. И здесь пока непонятно. Вот, хотя кирпичи стоят, возможно, та улица была, и по обе стороны дома были. Вот. Здесь проходит у нас речка. Значит, как бы бани еще были здесь. Можно еще там походить по задам. В общем, площадь большая, думаю, что-нибудь найдем. Ладно, продолжаем. Ну что, ребята, опыт сказывается. Сказывается. Под железякой, ребят. Вот железяка. И какой-то неправильной формы кругляшок. Скорее всего, Александровская копеечка Александра II. Вот, но, к сожалению, что-то проглядывается. Да, Александр II, венделя видно. Копеечка. Ну чё? А год какой? Ну, наверное, 1050. 50-й где-то такой. 60, а, ну, до, 60, вот, 60 до 62-го. Ну, мы не тёрли просто, чтобы это... Ничего не появилось. Да. А у меня только обломок, блядь, от монет. Почему от монеты? Мне кажется, от монет. У меня вот. Вон это. А, да, герб. Советская. Советская. Ключ. Ключ. Где ключ? А ключ от ларца. Вот, от Бердана пуля. Ёпты. Такая в череп прилетит. Разнесет нахрен.
Говорят, что запретили такие пули использовать там какой-то конвенции. Бердан. Ну это бердан. Ладно. Ладно. Пойдем. Итак, ребят, ходим-бродим. Вообще. Тухлая деревня. В конце видео скажу, что за деревня. И сюда не стоит вообще ездить. Вот. Был единственный хороший сигнал, который я копнул. Который было приятно копнуть. Это вот такая, ребят, это снаряд. Это у нас, ребята, снаряд. Не знаю, шарю я или нет, но написано 1916 год. GS. Вот такая вот донышко от снаряда. Скорее всего, я так понимаю. Ладно, пишем, если кто знает, специалисты по войне, кто копает. Да, 1000. Или что такое? 7-19-16. Не знаю, разберусь, если что. Расскажу, как кто не знает. Итак, ребят, я доволен тем, что я уеду с этой деревни не пустой. Откопал я все-таки монету. Подошел я уже к обрыву. Там все чисто. И на лугах тоже чисто. Гильзы несколько попалось, пацаны, там. И вот здесь вот уже здесь русло пересыхает. И нашел монетку. Прям четкий сигнал. Я хотел онлайн заснять. Ну вот в камушке монетка. Что за монетка? Надеюсь, интересная. Это у нас Николай. Николай Первый. А, Николай Второй, скорее всего. Да. Что-то я Николай Первый. Это Николаевский образец. Такой зелененький. 1 копейка 1904 года. Прям хороший сохран. Такая патина зеленая. Приятная монетка. Вот так вот. Все-таки я уеду с монетой. В этой деревне делать нечего. Ладно, походим еще. Итак, ребята, делайте всегда так, как я. В этой ямке только что копеечка была царская. И начал вот так вот обходить. И вот здесь вот следующая ямка. И еще одна царская монетка. Скорее всего, царская. Вот видите, да, слепочек остался такой. Да, такой же классный сохран. 1890... 90 какой-то. По-моему, третий. Вот такая зачетная монетка. Зачет. Класс. Два подряд сигнала. 94 или какой? Да, 94, ребят. Хорошая монета. Отправляется в карман седому. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего. А для меня мотивация – продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо. Ну что, ребят, консилиум. Царская монетка. И приятная, маленькая. Все, ребят, я слепой, я не вижу, какой год. 1897, 1/2 копейки. Опять Серега. Так, фокус, фокус есть, фокус есть. Нет, фокуса. Ну, в общем, верите, да? 1/2, 97. Николай Второй. Зачетно, зачетно. Есть? Есть монеты? Ну вот, нормально. 32-34. Когда ближе, а так? 14-15-12, да? Крупная медь, ребята. Крупная медь. И сохран хороший. Трешка. 913. Когда ты успел разглядеть? Ну, мы посмотрели, я же положил ее просто. Да, 13-й. Еще 17-й. Все, с меди крупный, поздравляю.
Спасибо. Так, вот этот холмик. Немножко там дает. Вторая. Да, там она одна вторая, здесь трешка. Ладно, походим. Ребят, там трешка и сигнал еще какой-то. Может, в онлайне получится что-нибудь показывать. Показывает. Подрыгает еще. Ну, тот тоже на глубине прыгал. Ага, все понятно. Понятно. Велосипеда. Ага. Ребят, вот пришел я к Сереге и кругляшок. Так, сейчас посмотрим, что за кругляшок. 5 копеек, 28-й год. Не знаю, дорогой, нет. Ну что такое с Фоксом-то? 28-й год. Но дзынь-дзынь-то вы уже знаете, сколько стоит такая монета. Эта монета как бы верховая, и я думаю, почистится, будет зачетная. Че, идем дальше? Ребята, Эквинокс достал вот такой вот крестик. Сколько сигналило? 4,8. 4,6. Офигеть, я бы такой не копал, нифига сигнал. Вот такой вот крестик целый, зачетный. Штамповочка. Говорю, Эквинокс откопал. Здесь сегодня все Эквинокс копают. Вот, пойдем дальше искать. Что найдем, покажем. Итак, ребят, пришло время подвести итоги. Делаем небольшой перекус. В принципе, дорога мне лично предстоит практически 2 часа, да? Пацанов завезу и, наверное, очень поздно приеду домой. Кинг у меня соскучился. С собой его не взял, потому что здесь клещей полно, а у меня Кинг еще бровета не съел. В общем, пока перекус. Я вот, знаете, хотел бы нашему Витьку, Виктору Викторовичу, который я ему бы хотел... Знаете, я, честно говоря, этого человека не знал. Но оказывается, мир настолько тесен... У нас общие знакомые по службе, у нас вообще всех-всех-всех все знаем, чуть ли брат не сват. Я в 2012 закончил, а он только в 2012 поступил на службу. Короче, служили в одной месте, я даже не знал, что на самом деле такое возможно. Хотя с Рустиком мы тоже на Дальнем Востоке, оказывается, в общих частях служили. Вот, ну ладно, что-то я в сторону ушел. Я к чему? У нас на стриме Виктор Викторович с его супругой. Александра, привет. Привет. Муж. Я. Передавать привет будешь своей жене? Супруге привет. Люблю. Да, она сейчас трудится, работает, а этот бездельник тут тунеядничает, ямы копает. Короче, у нас семья выиграла достаточно много всего. Вот, и я хотел бы им подарить кое-что. Сейчас я вам потихонечку покажу. Разложу. Блин, у нас тут обед был. Вот. Во-первых, он у нас здесь, Виктор Кузенков, выиграл кот в мешке, как вы помните, да? Вот. И здесь вот, ну, держи. Там имеется. Вот это у нас. Открывай. Так, это у нас рубль. Здесь вот. Плюс монетки. Это у нас. Если не ошибаюсь, у тебя, по-моему, две было монетки, да, одну загрузку, по-моему. Это у нас через этот, какую, рулетка. Вот это у нас был розыгрыш, такая бона. Это у нас Александре, получается, отправляется. Затем наш логотип, у них автомобиль есть. О, наконец. Логотип отвесим. Затем у нас, ребята, в свое время Пабло Эскобар выиграл монетки. И... он их передает Александре. Вот. Ну, это вот такие, знаешь, с детства нашей молодости. Вот. И еще один лотик достаточно приятный. Это который нам Николай Иванов выиграл и отдал тоже твоей супруге. Это у нас чешуя. Она мечтала об этом. Вот она. Да, вот. Короче, я рассчитался. Все раздал. Не люблю долги долго держать. У меня долгов очень много. У меня и костюм нужно отдать, и нарды деревянные отдать. Чего мне только отдать не нужно? Но это при встрече с комрадами самарчанами. Вот. По обзору, по находкам чуть позже я вам покажу, сколько чего мы откопали. Хоть и место битое, вначале вообще тухло было прям, но под конец как бы пошло чуть-чуть. И кто узнает это место, ребят, сюда не ездите. Делать здесь нечего. Да. Серега говорит, я сюда больше не приеду. Витек тоже говорит, я сюда тоже не приеду.
мы ходили по скошному, по лысому, по верхам. Кое-как набрали, сколько там, штук 6-7 монет. Вот, и все. И я скажу вам, трава подымется, здесь вообще делать нехрен. Вообще делать нехрен. Вот, так что сейчас вот покажу находочки. Я Александр Беремю, я тебе подарок, супруги меня. Ой, красотища! Это не мне, ребята. То есть вот такой вот крест, крест киотный. У меня, знаете, супруга собирает именно такой материал, металлопластику церковную. И это не мне все-таки, а жена жене, как говорится, да. Ну ты реставрируешь маленько. Да, Александр. Александр, огромное спасибо. Ну, вообще, всей семье огромное спасибо за поддержку на каналах, вот, на стримах. Ну, а по находкам сейчас увидите. Не особо, но что есть. Итак, по итогу. Ребят, видите, я все-таки мечту свою сделал, я фаркоп поставил, прицеп прикупил. Короче, скоро будет обзоры, буду рекомендовать. Мне установили фаркоп, который не требует регистрации. Выдали сертификат. А от себя хочу вам сделать небольшой подарок. Промокод Седой. При покупке прицепа с моим кодом вам преподнесут подарок. Противоугонное устройство. Мелочь, а приятно. Прицеп-центр находится в Тольятти, 977 километр федеральной трассы М5 Урал. Надеюсь, я облегчил сделать вам выбор и сэкономил время в поиске, где и что можно купить. Ссылочка под видео. Самое вкусное, что я вам могу сказать, вот уместилось вот на такой вот гильзе. Даже не гильза, а донышко. Что вкусного? Конечно же, как я в начале видео говорил, что Серега будет чемпионом. Копейка Александр II, вдушка 24, пятачок и 1/2. Вот, у меня две царских монетки, у Витька одна трешка зачетная и крестик. В общем, как-то вот так вот приятно на такой ноте закончу, наверное, свой кадр. Шмурдяка, конечно, накопали много. Целые даже с порохом. Может, сейчас подожгу, если подожгу. ПС в конце видео будет. Ну, а так, в целом, все, ребята. Здесь делать нечего. Были здесь три эквинокса. Первый эквинокс, второй эквинокс. Ну, и вот третий что-то устал, упал. Вот так, что вот так вот и лопата тоже устала. Все. Пацаны, всем пока. Все, пацаны, пока, пока, пока. Ну, а мы все. А мы вот порох вытащили, ребят. Она царела? Нет, ты че. Красота. Ну и все.